Это мегатон, самый колоссальный вызов спорту, который только видел мир. И с величайшим призом в истории. 135 миллионов долларов. Лучшие спортсмены со всего мира будут участвовать в трех днях самых зрелищных гонок, где скорость и выдержка, опыт и мужество решат, кто выиграет мегатон. Им нужно будет участвовать в снег и воздух, вода и камни, огонь и лед. Мегатон – самая трудная гонка в мире и самый богатейший приз в истории. Мегатон. Сэр Джордж, можно мы войдем? Дело срочное. Дверь открыта. Сэр Джордж, мы хотим поговорить. Все беспокоимся, это слишком опасно. Как вы сегодня прекрасно выглядите, дамы. Сирина, одежда твоя превосходна, лифа. Ты обычно приводила в ужас весь замок, но сегодня потрясающе. Мишель, что ты сделала с волосами? Мне очень нравится. Очень подчеркивает твои прекрасные глаза. Сэр Джордж, но мы... Ну, конечно. Мне никогда в жизни еще не было трех более преданных частных секретарш. И ничего меньшего я бы не ожидал. Мы с чемоданом где? В вертолете? Да, сэр, но... Хорошо. Комбинации к сейфу у вас? Да, сэр, но... Прекрасно. Сирина, ты будешь отвечать за кассеты? Да, сэр, но... Посмотрите здесь за замком, пока я не вернусь, дамы. Сэр Джордж, но мы... Я тоже буду скучать по вам, по всем. До свидания, Маквей. Приятного вам полета, сэр Джордж. А тебе приятных каникул. Спасибо, сэр. Спасибо, Чарльз. Не за что, сэр. Сэр Джордж, бананы, бананы. Спасибо, дорогая. Я чуть не забыл. Обязательно съешьте. Конечно, съем. Какой прекрасный человек, он обожает мои бананы. Огонь, лед и динамит. Доброе утро, Хэлли. Доброе утро, сэр Джордж. Нам дали разрешение на взлет. По расписанию в 11:45. Да, сэр. Время прибытия в Лондон 12:45 по местному времени. Не забудьте про бананы. Нет, конечно. Спасибо. Вы выглядите прекрасно, как всегда. Жаль, что я про вас не могу
То же самое сказать, джентльмены. Вы выглядите неважно. Ну, как у нас дела, Джордж, не спрашивай. Новости не очень хорошие. Ну, тогда я слушаю новости. У нас классическая ситуация с отрицательным притоком денег. В времена, когда будущие проекты требуют финансирования, а некоторые из наших менее жизнеспособных операций требуют поддержки, например, тропический лес, который вы купили в Борнео, зачем он вам? Это очень красивый тропический лес. Кто-то должен о нем позаботиться. Джордж, мы деловая корпорация, мы занимаемся бизнесом, а не благотворительностью. Правильно. Нельзя покупать леса и кормить там носорогов. А мне нравятся носороги. Я их очень люблю. Мы тоже любим носорогов, Джордж. Но за меньшую сумму их можно было бы всех поселить в Хилтоне. Джентльмены, я прошу, мы хотим только сказать, что некоторые наши партнеры, причем изрядное количество, хотят расторгнуть с нами дела. Причем сейчас же, Сэр Джордж, смотрите, вот наши неликвидные активы. Если мы будем продолжать ту же политику, мы развалим всю корпорацию. У нас распродадут с молотка, включая ваши драгоценные тропические леса. Я понимаю, к чему вы. Да, я так и знал. В общем, проницательны, вы поймете, к чему я клоню. Спасение тропических лесов в один прекрасный день спасет нашу планету, но не нас. Есть одно решение. Например, представьте себе, что я выпаду вот из этой двери. Джордж, люди не упадают из самолетов. Всякое бывает. Конечно, для этого нужно сравнять давление снаружи и в кабине. Джордж, что ты делаешь? Закрой дверь сейчас же. Ты с ума сошел. Видите, я решаю все ваши проблемы. Мягкая посадка. У него получилось. Фантастика. Выдает. Хорошо. Направляйся домой. И не забудь. Мы ждем автобус. В одно мгновение он был здесь, в другое мгновение его не было. Я сказал пилоту, что полетел обратно. Мы подготовим заявление для прессы. А как же вся наша работа? Компания, все наши проекты? Это будут решать наследники. Наследники? У сэра Джорджа что, были дети? Двое сыновей и дочка от разных женщин. Сэр Джордж не хотел связывать себя узами брака, но все состояние вверено им. Там, правда, есть одна или две оговорки. Это какие же оговорки? Наследники должны будут помериться силами. И видите ли, дети у него весьма странные. Воловой национальный продукт. Воловой национальный продукт. Какой процент прироста? Какова инфляция? Уровень инфляции какой? В дойчмарках. Да, что случилось с индексом? Я понятия не имею, что с ним случилось. Хорошо, узнаешь, я тебе перезвоню. Я подожду. Эй, привет. Вы управляете этим гадюшником? Вообще-то метла была при входе. Предлагаю вам ее воспользоваться. Для чего это? Ну как, помыть, поскрести, подмести и так далее. И знаете что? Мне будет очень приятно вас уволить. Ну, этого вы не дождетесь. Я прошу прощения, что не вышел вас всех приветствовать. Меня зовут Маквей. Мой покойный работодатель, ваш отец, был бы очень недоволен.
Минуточку, минуточку, Мак, вы что, хотите мне сказать, что этот ублюдок мой сводный брат? Ну, конечно, вы знаете, это мистер Люси Уайт. Позвольте мне представить, мистер Дадли Уинслоу, второй сын и наследник, второй сын. Да, мы ждем прибытия мистера Александра. Если он хоть немного похож на этого, семейка наша обещает быть черти чем. Мисс Джейд покажет вам, где вы будете ночевать. Я пока подготовлю багаж. Спасибо. Добрый день, сэр. Меня зовут Маккой. Будьте добры, ваш багаж. Боже мой, кто здесь занимался ремонтом? Чей это декор? Чингисхана, что ли? Сэр Джордж был весьма активным человеком или психопатом, смотря с какой точки зрения рассматривают. Я покажу вам вашу комнату. Прекрасно. Я ожидал что угодно, только не рыцарей. А где все остальные негодяйчики? Они уже прибыли. Я понятия не имею, что у меня столько дядек. Они представляют довольно большие корпорации, которые тоже заинтересованы в получении наследства. А, понятно, кредиторы. Это ваши брат и сестра по отцу, мистер Уинслоу и миссис Уайт. Это что, брат? Вы, наверное, сучонка. Та самая, которая воображает, что умеет петь. Что значит «воображает»? А это что... За дебил. Это Квейтер. Что, еще один брат? Нет, он не родственник нашей семьи. Брат Квейтер здесь, потому что сэр Джордж обещал их монастырю существенные пожертвования. Хорошо, дамы и господа, я думаю, нам следует начать. Мистер Эренберг, который выражает последние воли сэра Джорджа, зачитает сейчас формальное его завещание. Прошу вас. Спасибо. Основное содержание завещания следующее. Что? Ну, не сейчас. Я перезвоню. Извините. Спасибо. Как я уже говорил, вся собственность компании, корпорации, банки и учреждения, пакеты акций и вклады наличными, далее исследовать список банков, в котором все это находится, общей стоимостью 135 миллионов 276 тысяч 432 доллара и 23 цента, завещается фонду Мегатон. А мы требуем, чтобы нам заплатили 284 франка за бананы. Мы требуем. Было очень приятно со всеми познакомиться. Нужно еще будет как-нибудь съехаться разочек. Маша, дай мне билет на первый же рейс отсюда. Дамы и господа, прошу вас, успокойтесь. Пожалуйста, рассядьтесь по местам, мы еще не закончили. Сэр Джордж еще кое-что хочет вам сказать. Позвольте вам объяснить, что такое фонд Мегатон. Факт заключается в том, что это зарегистрированное благотворительное мероприятие, посвященное спортивным развлечениям. И таким образом не может быть ответственное за нарушение контракта, гарантии по долгу и чистую прибыль, и даже за разделенную прибыль не может. Короче, джентльмены, оно не будет покрывать ничьих потерь. Даже моих. Какой он был прекрасный человек. Предоставляю вам тот же выбор, что был у меня. Списать свои потери или рискнуть заняться спортом и выиграть. Вот в чем смысл Мегатона. Мы устроим с вами гонку, призом которой будет 135 миллионов долларов. Рассмотрите возможные варианты. Нам пришлось бы продать все наши основные компании, выручить деньги, избавиться от основных наших проектов, таких как тропические леса, носороги, большие белые киты. Все это будет уничтожено. Кому какая разница? Но те из вас, кто не откажется и кто рискнет получить мое состояние, добро пожаловать при одном условии. Вы лишаетесь права дальнейшего притязания на наследство. Так что джентльмены, решать вам. Либо вы сможете просто списать свои потери, или немного поиграть. Да, и вот еще что.
Мои дети будут представлять мое состояние, и таким образом я полностью им доверяю. А еще я хотел бы адресовать им несколько заключительных слов. Люси, Дадли и Александру. Я боюсь, мы не слишком-то были близки, ну-ка, повтори. Но то есть причины, которые я не могу вам сейчас открыть. Мои воспоминания возвращаются в ваше детство. Позвольте я вам напомню те счастливые дни. Дадли, ты всегда торопился побеждать. И я знаю, ты до сих пор торопишься, даже если ты сейчас не занимаешься спортом, а просто зарабатываешь деньги, наращивая свое состояние. И я думаю, мегатон поможет тебе развить эту твою черту. Ты, Люси, ты всегда была бунтарем, сорванцом нашей семьи. Тебе потребуется это качество, если хочешь выиграть мегатон. Точно так же, как тебе потребуется изменить стиль своей жизни и ложиться спать в какие-нибудь разумные часы. Александр, ты сейчас ведешь довольно странную жизнь. Но помни, в детстве ты любил спорт, ты любил игры. Помнишь? Мегатон вполне может напомнить тебе о корнях твоих. И, возможно, твоя творческая натура очень даже поможет твоей команде победить. Желаю вам удачи, дети. Пусть Мегатон пойдет вам на пользу. Пусть вам будет весело. Те, кто решили выиграть мегатон, должны овладеть всеми элементами. Снегом и воздухом, водой и камнями, огнем и льдом. Отойди от экрана. Мегатон, мегатон, фу. Мне больше нравятся мегатонны. В общем, твоя проблема, Виктор. Ты счастлив только тогда, когда бомбы подкладываешь. Ты посмотри, что у нас за бардак. Ну, возможно, преждевременные детонации, однако это маленькая цена, заплаченная за прогресс. Между прочим, наше западное крыло до твоего появления было не таким уж и маленьким. Не волнуйся, сестра. Все будет перестроено. Нам надо только выиграть этот мегатон. Кромер, вали отсюда. Почему эта штука не работает? Отойди. Прочь с дороги. Идиот чертов. Магда. В чем я хорош? Я имею в виду, что у меня получается лучше всего. Все ломать. Нет. Среди всех моих качеств, какой самый выдающийся? Сейчас я подумаю. Подумай. У тебя плохой характер, ты нетерпелив, ты неврастенник. Ты трус. И ты потеешь. Да нет, я обманываю. Я великий обманщик. Да, ну и что такого в этом? Род Дебри вечно славился тем, что они были страшными обманщиками. Это правильно. Так-то мы и выиграем. Но чтобы хотя бы участвовать в соревнованиях, мы должны предъявить притязание на поместье. Сильнее связи. К связи по крови. В конце концов, хоть какая-то зацепка есть, никто не поверит. И в любом случае, чтобы использовать настоящие имена, нужно будет вернуть все это золото, которое ты наворовал в Европе. Да, это правда. В таком случае найдем спонсора. Создадим собственную команду чемпионов. И выиграем состояние. А когда мы его выиграем, мы перебьем всю эту семейку. А кому какое дело до семейки? Мне. Слушайте, соревнование таково. Каждый из вас должен принять участие в одном из семи видов спорта. Других разрешают использовать профессионалов, но там же вас могут убить. Убить? Я что, слышал слово «убить»? Успокойся, он преувеличивает. Все это больная шутка, которую устроил старый больной, выживший из ума мужик. Вы простите меня, мисс, но я считаю, что ваш отец очень серьезно относился к идее мегатона. Он рассматривал ее как упражнение, укрепляющее характер. Моему характеру не нужно укрепление, это правда. И я почему-то подумал о слове «разрушение». Весьма ободряющая мысль, но я думаю, мы перейдем к более насущным вопросам. И что же это за вопросы? Не спрашивайте меня. Но я считаю, что спорт — это прекрасно. Что-то я бы так не сказал. Это не в моем вкусе.
Но что-то же должно тебе хорошо удаваться. Керлинг, на льду? Нет. На асфальте, на рульках, коньках. Ладно, давайте доберемся до горы и посмотрим, кто из вас способен на что. Нам нужно только решить вот еще что. Команде нужно дать имя. Я предлагаю Дикие. Ты очень оправдываешь это имя. Если я имею право голоса, может быть, было бы удобным воспользоваться девизом семьи в качестве названия команды. Что же это за девиз семьи такой? Вот эта фраза. Это латынь, дорогая. В бою добудут и огонь, и лед. Огонь и лед. Мне нравится. Хорошо, сказано, сделано. Остановимся на этом названии. Эй, смотрите-ка. Фантастический лыжник. Вон он. Вот это несется. Можно было бы взять его к себе в команду. Да. Определенно стоит его попросить. Как я понимаю, вы знаете, как ездить на лыжах. О, да, сэр, не волнуйтесь за меня. Я привык. Я вас понял. Сэр, позвольте вам помочь. Значит так, одну лыжу отставьте назад, перенесите весь тело. Так вам будет легче встать. Значит, лыжи, которые сзади, перенесите весь тело на нее, сэр, будьте добры. Разверните ваши лыжи в одну и ту же сторону. Вот так, хорошо. Расставьте ноги пошире. Алекс, Алекс. Пятки разверните в сторону. Поворачивайте левее. Это Джон, новый член команды. Здравствуйте. Прекрасно. Команде уже требуются ваши услуги. Александр не справляется с управлением. Помогите ему. Да, сэр. Я туда не поеду. Не волнуйтесь, мы объедем по этой стороне. Боже мой! Ничего не вижу. Прочь с дороги! Совсем даже спятил. Что вы себе позволяете? Отпусти меня! Эй, отцепись! Пожалуйста, отпусти меня на землю! Да отцепись ты от меня! Слушай, отстань, проваливай отсюда, сделай одолжение! Нет! Спускайся! Вниз, вниз! Проваливай!
Bitte, ваш билет. Ein Frank. Вы знаете, я только что свалился с неба. Один франк с вас. Стойте, стойте. Нет денег, дальше не поедете. Все, с меня хватит. Алекс. Алекс. Алекс, с тобой все в порядке? Алекс, ты цел? Я только что пережил самый худший день всей моей жизни. Или что, мы в этом не виноваты? Ты должен выигрывать для нашей команды. Что ты меня смешишь, а никто не смеется? Мы так разволновались. Ах, вы разволновались. Я дважды видел, как моя жизнь прошла у меня перед глазами. А вы разволновались. Алекс, куда ты направляешься? Обратно. К цивилизации. В Англии. А вы с своим чертовым мегатроном можете идти к черту. Кстати, ты проехался очень неплохо. Зрелище было потрясающе. Вся своя жизнь, чтобы влезть в эти чертовы красные трусы и проехаться, а 135 миллионов долларов, я выхожу. Вам ясно? Финито. Баста. Конец. Сэр, простите меня. Смотрите, Маквей. Я прошу прощения. Я позволил себе вольность и привез вам ваше любимое шампанское. Ну-ка, Гордон Руж. Будьте добры. Вы все были преданными мне слугами. И в качестве награды вы теперь составляете мою команду чемпионов Мегатона. Прекрасно. Чтобы поддерживать честь рода Дебри. Начнем мы с вами с параглайдинга. Очень веселящий спорт. Итак, на спине у вас будут парашюты. На ноги вы оденете лыжи. И что? А вот что? Таким образом, мы стали параглайдерами. Сир, а как я понимаю, вы нас поведете? Естественно. Саркастическая свинья. Мы им покажем, дорогой брат. Да, да, мы им покажем. Подумай, что в этом параглайдинге такого особенного? Итак, все готовы? Следуйте за мной. Мы сначала стройным рядом спустимся. Куда спустимся? Туда. Итак, подпрыгнули все на лыжах. И... Поехали. Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus anrufen für alle Verstorbenen. Oh, this is lovely. Как здорово, прекрасно. Ой, Боже мой, Виктор, я потерял лыжи. Виктор, помоги. Schenke uns Reue und Umkehr. Watch out! Look out!
Разойдись, зашибу. Ой, простите, ветер переменился. Я не справилась с управлением. Мне очень жаль, мистер президент, но кажется, что придется списать количество 1 250 000 долларов, которые нам должен сэр Джордж. Тебе нравится твоя работа? Конечно, мистер президент. Правда, у нас есть шанс не только вернуть деньги, но и заработать в 10 раз больше. Как это? Видите ли, этот тип, наверное, сошел с ума, прежде чем выпрыгнул с самолета. Но он назначил совершенно безумную гонку. Выигравший получает все состояние. 135 миллионов долларов. Чего же вы ждете? Соберите мне всех чемпионов мира, каких сможете найти, пока их не нашли кто-нибудь другие. Ребята, вперед, за работу. Пошли, пошли. Результаты мне нужны, результаты. Не так-то все и плохо, Алекс. Что на тебя надето? Береженого Бог бережет. Я ведь катаюсь по тонкому льду. А что ты тут делаешь? Я твой новый тренер. Если ты не против, я пойду лучше займусь фигурным катанием. Фигурное катание закончено, Алекс. Тебе предстоит гонка. Фигурное катание тут не вполне к месту. Сегодня будет бег на скорость. Какая ужасная скука. Алекс, да брось ты. Я всего лишь выполняю то, что мне предписано. Кроме того, у меня получилось бы лучше, да? Кто бы мог подумать, что Атилла де Хан сейчас одна и так доступна? Ничего, я тоже могу шутить всерьез. То это за чучело? Дорогой мой Алекс, это Ольга. Я сказал ей, что если она тебя поймает, она тебя отымеет. Даю тебе 30-секундную фору. Регистрация Мегатон. Простите. Простите. Мне нужна подробная информация. Я настаиваю на карте каждой трассы, на описании каждого вида спорта и на списке участников. Правило настаивает на том, чтобы вы отказались от дальнейших притязаний на наследство компании. А можно нам написать эту фразу на лозунгах нашей фирмы? Конечно, можно. Детали будут объявлены за час до старта. Но это же никуда не годится. Таковы правила. Идиотские правила. Хорошо. Я готов. Спасибо, сэр. Подпишитесь вот здесь. Да, крайний срок завтра. Да, это они. Все правильно. Младший сын и наследник. А симпатичненький. Да, симпатичненький сейчас будет мертвеньким. Какая же все-таки жестокая штука эта жизнь, Виктор. Да-да. Хотя, с другой стороны, жизнь штука веселая. Правда? Как здорово. Какая красота. Огонь. Почему же она не стреляет? Сколько раз я повторяла, не покупай ничего с армейских складов. Но она стреляла на испытание. Черт возьми. Лучше бы ты камни в нее кинул, больше бы толку было.
Ты только что взорвал наш собственный автомобиль. Вот так. Замечательно. Ну что, ты готов? Я уже готов ко всему. Подожди секундочку, попробуй сначала вот здесь. Подожди, давай я сниму все грузы. Что, люди так развлекаются, да? Окей. Так, хорошо, попробуй. Сними все грузы. Я и сняла их все. Там больше ни одного не осталось, Алекс. В таком случае... Я отказываюсь. Где ваша команда? Вот, Джованни Фианделло. Спонсирует нас Бананы Чикита, ваши атлеты. Других у нас нет. Мы, Джованни, это целая команда. Но там 7 видов спорта. В каждом виде спорта требуется особая спецификация. Ну и что? Мой Джованни способен на все. Мы гонщики, мы сможем соревноваться в любом виде спорта. Итак, джентльмены, даю вам последний шанс стать чемпионами мегатона. Вы меня поняли? Да, хозяин, да, хозяин, да, хозяин. Помните. Коленки вперед. Съезжаем по нижнему склону. Это какой, сир? Тот, по которому вы съезжаете вниз. Спасибо, сир. Следуйте за нами. Что ты делаешь? Хочу ехать вперед, Виктор. Делай, как я тебе говорю. Я не вижу ничего с твоей стороны. Заткнись, следуй за мной. Ты едешь в неправильную сторону. Отпусти. Стой. Говорю тебе, стой. Прочь дороги, ты. Вы сумасшедший дом. Толку от вас никакого. У вас была возможность участвовать в мегатоне. У вас ничего не получилось. Вы ни на что не годитесь. Закройте рот все. Придется найти еще одну команду. Нет. Брат, все зависит от нас с тобой. Ты права. У меня есть гениальная мысль. Сосредоточьтесь, братцы. Летите, чувствуйте, как ветер вас поднимает. Парите, как птицы. Будьте элегантными, как лебеди. Скользите, как гуси. Смотрите внимательно за горизонтом. Летите, братья, чувствуйте ветер. Вы чего шумите? Она... Мы желаем вступить в вашу команду, о великий гуру. У нас команда набрана. Уходите. Летите, братья, выше. Парите. Чувствуете воздух. Воздух прекрасен. О, Боже. Брат. Борис. Левее. Левее. Лети левее. Хорошо. Нет, не туда. Бедный брат Борис. Ужасно. Добро пожаловать в команду Гуру, братья. Boy.
Добрый вечер всем поклонникам спорта. Добро пожаловать на торжественное открытие Мегатона. Я Дэн Селби, компания ISN. Вы сегодня вечером увидите острый спектакль. Ставка $135 миллионов. Это спортивное соревнование века. Теперь перейдем на поле, где появляются первые команды. Знаменитые на весь мир атлеты, спонсорные состоятельные корпорациями, которыми вел дела основатель Мегатона, усопший сэр Джордж. Прежде всего, Volkswagen GTI. И их производитель Гюнтер Трауб, самый быстрый на коньках. Теперь выходит команда Adidas Dynamics, производитель олимпийский чемпион Эрик Шерер. Следующим идут ковбои Милка и их знаменитые коровы Милка. Вот еще одна замечательная команда – ученые Бейера. Их ведет знаменитый на весь мир астронавт, совершивший высадку на Луну, Базз Олдрин. Команда бананов Чикита состоит из одного храбреца, Джованни Фиранделла, который будет соревноваться один. Он основывается только на своей собственной мужской силе и на своих бананах. А вот команда камайских тюнеров. Они должны быть прекрасно настроены перед началом гонки. Время и место будут еще только сообщены сегодня вечером. Ведет эту команду Вальтер Рун, чемпион мира по авторайле. Следующим у нас идет команда из всех женщин. Вот они, красивые, прекрасные, блестящие. Красавицы Бобнер. Предводительствует Татьяна Патиц, одна из красивейших женщин мира. Такой будет трудно противостоять. Следующим у нас идут высокие технологии Грундига. Команда будет использовать силу музыки, звука и связи в стандарте мультимедиа. Ведет их король музыки соул, мистер Айзек Хейз. А на дорожке повыше идут святые гуру. Они говорят, что если выиграют, то превратят Мегатон в центр медитации. Они хотят доказать, что гуру могут выиграть, используя свои сверхъестественные силы. Следующими идут мастера Мистраля. Подаимствует великий мастер в хождении под парусом, чемпион Америки Деннис Коннер. Далее идут три прямых потомка основателя Мегатона, пытающиеся завоевать состояние семьи. Они называют себя огонь и лед, замечательные отработки людей, хотя шансы против них. Они единственные любители в этом поле деятельности, но и профессионалы. Им помогают фрисерфер Робин Эш, фристайлер Джон Ивз и альпинист Стивен Глоуч. А вот команда, которая отнюдь не ищет легкой победы. Клуб Тритонов. Ведет их леди, голос которой спел столько известных песен, Дженнифер Раш. А теперь позвольте привлечь ваше внимание к пивоварам Баварии. Производительствует Ники Лауда, много раз выигравший гран-при на Формуле 1, несколько раз ставший чемпионом мира. Сбоку выходит команда новаторов AEG, применяющих новую технологию к соревнованиям Мегатона. Ведет их Кики Росберг, всемирно известный гонщик-автомобилист. Итак, дамы и господа, перед вами выступили все команды, мужественные команды, которые будут участвовать в Мегатоне. Величайшие гонки на Земле, за величайшим историей приз. $135 миллионов. To the fun games.
Добро пожаловать на веселые игры. Мультимегатон, где дух дружбы и радость соревнования только еще начинаются. Гонки рассчитаны на проверку опыта и изобретательности, и я знаю, соревнования пройдут в истинном спортивном духе. Хотя сегодня я лично не могу участвовать, я знаю, вы поддержите великие спортивные традиции. Честность, целостность, дружбу и справедливый бой. Итак, пришло время огласить, где будет проходить первый этап. Он будет проходить в Андорре, в горах Пиренеи. Итак, наши любители спорта по всему миру, я веду репортаж с первого дня мегатона. Самый невероятный путь ждет гонщиков, покрытый камнями кошмар. Спортсмены выступают на сноубордах и на лыжах. Олимпийские чемпионы из многих стран, спонсируемые самыми могущественными корпорациями во всем мире, борются за самый крупный денежный приз в истории. Вы готовы? На старт. Внимание. 5, 4, 3, 2, 1. Пошли. Джона там видишь? Где он? Где мое пиво? Вот оно действие, любители спорта. Действие в чистом виде. Всю дорогу.
Люси, вперед! Девочка моя, давай, у тебя получится. Но так же нельзя. Что ты делаешь? А ну отойди, я тебя сейчас утоплю, сволочь. Виктор, вперед, у тебя блестяще получается. Вылезай. Я тебе... Брат, вылезай. Только не притворяйся, что ты устал. Побыстрее. Ну-ка, садись, убери руки. Ну как у нас дела? 5 переломов, 2 сотрясения, 24 мозоли, которые нужно проколоть, 3 разорванных связки, 1 вывих и 1 аппендицит. Не так плохо для первого дня соревнований. Но только 3-е место, ничего, ты сегодня была блестяще. Завтра будет лучше, а эти типы отвратительные, настоящие животные. Ты, кстати, и сам разошелся. Кто мог подумать, что ты можешь быть таким агрессивным? Я же тебе говорил, соревнования стоят того шампанского. Давайте не будем обманывать себя. Мы сейчас в войне, и всем придется не сладко. Особенно тебе, Эндрю. Почему мне? Потому что ты очевидная мишень. Правильно, будут пытаться тебя убрать в основном. Ну, если они меня попросят об этом вежливо. А теперь награды, братья, за наш триумфальный первый день. Вот это другое дело. Вода из верхних притоков реки Ганга и хлеб, благословленный самим великим гуру. И все, да? Да, мой брат, разломи хлеб, ешьте, пейте. Завтра вам потребуется вся ваша сила. Итак, мы у великой дамбы Ригард. Второй день соревнования Мегатон. Кто первый залезет, без всяких ограничений. Еще одно соревнование. Часть действия на 135 миллионов долларов. Участники готовы? На старт. 5, 4, 3, 2, 1, марш. Давай, Стефан, лезь. Так, давай.
Давай-ка добавим огонька этому льду. Здорово. Ты просто гений. У тебя такие замечательные мысли. Здесь можно фотографировать? Лей, Стефан, Магда, помоги мне. Я должен перевеситься немножко подальше. Осторожней, я и так осторожней. Все, я тебя привязала. Давай, Стефан, лезь. Брат. Слава богу. Ну, пожалуйста, вернись. Вернись к своей маленькой сестренке. Перестань ты болтаться. Давай, Стефан, ты выигрываешь. Молодец.
Aiutami. Нужно попасть в этого из команды «Огонь и лед». А это какой, сир? Тот, который оранжевый с розовым, сир. Итак, когда я скажу слово, какое слово? Ну, слово. Надо знать, какое слово, дорогой братец. Любое слово. Ну, например, камень. Хорошо, камень. Есть, есть, попали. Надеюсь, с ним все в порядке. Вон он, смотри. Быстрее, скорее, к нему. Ну ты как, цел? Ты так хорошо шел. Ты уже выиграл. Что случилось? Хотел бы я сам знать. Съеду я сегодня, еду, стараюсь изо всех сил. Вы, ребята, мне дали хорошего хода. И вдруг этот на меня свалится. Кто этот? Камень. Интересно, кому это нужно? Кому-то, кто не против получить 135 миллионов. Хорошая причина. И что же остается нам? Нас отбросили на 10-ю позицию, ты нас сильно подвел. Хорошо. Хорошо, я вас подвел. Вы правы. Завтра сами решаете, как выигрывать. Умники. Дадли, вернись немедленно. Пусти его.
turning out to be a real fun party. Вот оно как. Веселье-то боком выходит. Зря я Дадли наговорил всех этих гадостей. Ничего, он этого заслужил. Вот я больше волнуюсь насчет Алекса. Хотела бы думать, что ты права. Что-то ты сегодня не задираешься. Они все еще участвуют в гонке. Участвуют, но ненадолго. Кромер? Вот хозяин. Прекрасно. А где динамит? Динамит в машине, сир. Я еще приобрел самые последние модели радиовзрывателей. Японский? Конечно, сэр. Естественно. И, значит, первый выключатель... Да, потом нужно нажать вон ту кнопку. Хозяин. Блестяще, гениально. Шампанское. Сейчас несу, сир. Это еще что за упадочничество, братья? Мы просто раздавали маслы беднякам, понимаете ли? Чревоугодие запрещено. А это что? Декаданс и неуважение. Видите? Великий гуру сказал свое слово. Очень скоро он и тебе скажет свое последнее слово. Сир, если завтра вы потребуете автомобиль, я боюсь, что... Заткнись. Проваливай. Нельзя же просто сидеть. Надо что-то сделать. Предлагаю с ними переговорить. Нет. Отлично. У меня есть мысль. Somehow the bond between us fell apart and left behind only broken hearts. We thought that we could build a dream. Together we create a team. Our fantasies were blown away, but I've got something left to say. If we want it, we can win it. We don't have. Брат, твое мужество вдохновляет нас всех, что правда, конечно, полностью. Может быть, завтра в это же время ты уже будешь великим гуру. Я чувствую честь, что касаюсь тебя сейчас, вы говорите. Насчет соревнований? Конечно. Если останешься в живых, может быть и нет. Останусь в живых? Конечно. Не зря же трассу называют трассой Камикадзе. Камикадзе? Денежно не волнуюсь, брат. Смерть настигает нас всех рано или поздно. Да пребудет с тобой мир. Минуточку. Это гонка. Где она будет? Очень просто. На коньках нужно будет проехать по трассе для бобслея. Но это же неслыханно. И вот сегодня главный третий день гонок Мегатон. Когда я смотрю на трассу, это одна из самых невероятных трасс, которых я видел. Начинается с лыжной трассы, где скорость легко переваливает за 80 миль в час. И, наконец, начинается последнее испытание. Все гонщики готовы?
Готовы? Хорошо. Давайте. Вот и они. Ты готов? Конечно, готов. У тебя достаточно там динамита? Ты батарейку подключил? Гонка бывает один раз. Слушай, закрой рот, а? Какое тебе пятно на пальце? Где это ты измазался? Ну нет, нет. Ты снова промахнулся. Я снова промахнулся. Это я промахнулся. Значит, это я виноват. Значит, разрываюсь сама. Ты мне и так уже надоел. Пошли быстрее, надо спускаться. Вы видели? Я промахнулся.
Вы все готовы? Да, у нас все отлично. Помни, Алек должен выиграть. Только приди первым, самое главное. Давай смотреть правильно на Далюси. Если я доеду до финиша, это будет уже чудом. Далли, я тебя прошу, думай о положительном. Я и так думаю о положительном. Я считаю, что все вокруг меня планируют меня уничтожить. Большинство людей сейчас думает обо мне. Хэрольд, залезай в машину, поехали дальше. Одну секундочку, милая. Мы опоздаем, я же записал их в парикмахерскую. Хорошо, моя сахарная, едем. Я так и знал, была ошибка пустить тебя за руль. Ты еще ни одну машину не ударила. Я думаю насчет гранат. Я боюсь за них. Думаешь насчет гранат? Где же они? Ты на них сидишь. Что? Езжай поосторожней. Ты все рассчитал? Красота. Может быть, он объедет, а? Может быть, мы остановимся? Ни за что. Вот тебе. Некоторые совершенно лишены всяческих манер. Что только не бросают. Начиная от пивных бутылок и кончая вот этим. Как сюда попали? Они даже не участвуют в заезде. Без понятия. Продавай какао, покупай сахар. Дай сюда телефон. Видал? Ты выбросил дорогой телефон. Гарольд, послушай. Ну-ка дай-ка этим двум. Что у тебя за стиль вождения? Он называется альтернативный стиль. Гарольд, ради бога, тормози. Остановись сейчас же.
Что это было? Watch this. А вот смотри. Get rid of them. Oh, I will. Избавься от них. Uh-huh. Виктор, я ничего не вижу. Подъезжай поближе. Сейчас я им задам. Только поосторожнее, это же гранаты. Они небезопасны. Главное, подъехать поближе. Магда, стой, куда ты? Сколько у тебя гранат оставалось в ящике? 7. Ребята, до встречи на финише. Сколько теперь? Сколько? 3. Надеюсь, ты не сидишь на одной из них, дорогой братец. Очень смешно. Да успокойся ты. Все у тебя получится. Это легко. Легко говорить. Я в тебя верю. Все, нет? Нет, еще одна осталась. Скорее, Виктор. Да, сестра. Давай, брат, быстрее. Пожалуйста, не надо, это слишком опасно.
Готов? Да, хозяин. Вот он, тяни. Кромер, отпусти, все уже. Да, это Алекс. Молодец, Алекс. Потрясающе. Фантастика. Мы выиграли. Итак, ребята, официально наследники получают семейное наследство. Команда, которой никто не давал особого преимущества. И команда, которая всех победила. Огонь и лед. Я помню, как на церемонии открытия репортеры говорили, что гонка будет гонкой века. Уверяю вас, мы с вами видели самую невероятную гонку, которую я когда-либо помню. Перед вами был Дэн Селби, репортер ISN. Надо же, они выиграли. Прошли все препятствия, они были прекрасны, да. Жаль, что я сам не могу им сказать. Они так и не знают, кем они были для меня. Ну что ж, вы не можете просто так появиться. Не правда ли? Может быть, да, хотя может быть и нет. Есть наверняка способ. Оставьте все мне. Ну что, Алекс, не хочешь все отдать обратно? Я? Нет. В таком случае это мой бокал. Вы прекрасно выступили. Поздравляю. Будем здоровы. Я хотел бы вас попросить об одном одолжении. Последним желанием отца было, чтобы вы посетили Питтс Джордж, перед тем, как разъехаться. Что такое Питтс Джордж? Пик Джорджа. Ваш отец купил его много лет назад, чтобы его не захватили разработчики. Самая высокая вершина в Швейцарии. Судя по всему, высоковато. Да бросьте вы. Ну что скажете, его последнее желание? Да, самое последнее, что он попросил меня вам передать. А почему бы и нет? Мне нужно будут две веревки. Получишь две веревки. Слыхала? Они лезут на пик Джорджа. Мегатон окончен, дорогой брат. Мы проиграли. Гонку, да, но битву. Как у тебя глазки это засверкали, Виктор. Да. Я вот о чем подумал. Там так высоко. Понимаешь, на такой высоте может случиться что угодно. Где Кромер? Прячется от тебя. Найди его. Скажи ему, что мне нужен динамит. Много-много динамита. Дети мои, поздравляю вас. Так ты такой? Невероятно. Глазам сам не верю. Отец? Это действительно ты? Собственная персона, воплоти. Маквей. Как я мог не догадаться? Сэр, если я могу вам чем-то помочь, ты нас обманул, а? Обманул. О, нет, это сэр Джордж. Он нас обманул. Обманул в последний раз. Ты кому звонишь? Я никому не звоню. У меня детонатор последней модели. Целнет. Главное набрать его номер. Так что, мы проиграли Мегатон? Вся жизнь игра. По крайней мере, нам было весело в процессе. Ха-ха-ха!
Уходите, я здесь. Сюда. А где же наши деньги? Помогите, сделайте что-нибудь. Ты официально мертв, помнишь? Если вы не хотите еще раз участвовать в мегатоне, затаскивайте меня обратно. Ну, что скажешь, затащим? Мне что-то неохота. Но он все-таки наш отец, в конце концов. Давайте, затаскивайте его. Хорошо. Давайте, тащите, тащите. Надеюсь, у тебя есть еще один номер. Да. Особенный номер. Личный номер сэра Джорджа. Давай, нажимай. Так им всем. Ты молодец, Виктор. Я так горжусь тобой. Дадли! Люси! Дадли, Люси. Александр! Александр! Дадли! Дадли! Где остальные? Ну как, у тебя все в порядке? Да, надо найти Александра. Алекс! Вот он. Помогите мне. Уходите, пожалуйста. Кажется, со мной сейчас будет очередной припадок. Как я счастлив, что вы все живы. Мы рады, что ты жив, папа. Ну, в команду, идите сюда. Давайте эту веревку оставим отныне. Хорошая мысль. Ладно, пока что надо отсюда выбираться. У кого-нибудь телефон есть? Да, не вроде телефон. Хоть раз в жизни телефон пойдет на поезде. Спасибо большое, папа. Что-то в эфире какие-то помехи. Ты снова все испортил. Нет, не я, нет, ты. Это ты, сука, глупая. Чтоб я сдох. Они не умерли. Вместо этого сейчас мы умрем. Думай ты, это ты, дурак. А теперь, дети мои, я должен рассказать вам о своем любимом проекте. Тропический лес. Носороги, в другой раз, пожалуйста, папа. Только не сейчас. Открывай шампанское, ладно?